Ладно, Том и Джерри, давайте я вам объясню. Я сторожевой пес. И пока нет хозяев, моя обязанность смотреть и следить, чтобы ничего не случилось. А это значит никаких игр, никаких догонялок, никаких... Эй! Прекратите, пока ничего не разбили. Цветок хозяйки. Поймал. Осторожнее с птичьей клеткой! Как раз вовремя. Нет, только не аквариум! Ладно, болтусы, слушайте меня. Вам нравятся беспорядки? Живо уберите, или я вас выгоню. Понятно? Что теперь? Наверное, какой-то продавец. Я от него избавлюсь. Это его напугает. Мне нужен дом. Нет, только не здесь. Ни за что. У меня и так полон дом зверей. Рыбка, птичка, мышка, кошка. Довольно. Никаких котят. Эй, Том, Джерри, вы уже закончили уборку? Хорошо. А теперь убирайтесь, пока не опрокинули чего-нибудь еще. Больше никаких игр. Вон, вон, вон. Наверное, мне снится кошмар. Да, конечно, это сон. Снова этот котенок. Я должен его прогнать. Я же сказал тебе не... Нельзя. Его нет, ясно? Кто позволил ему войти? Где он? Я слышал котенка. Убирайся отсюда! Эй, вы! Источники неприятностей! Где котенок? Вы меня не обманете! Я знаю, что он здесь! Но я что-то слышу. Спишь! Ты что, вздумал разыгрывать меня? Или тебе снится второе детство? Попался. Этот котенок отправится в корзину. Извини, но никаких котят. Значит, вы любите играть. Может, сыграем в «Поймай кота» или «Собачки-мышки»? Не уходите, ребята. Я, наверное, сошел с ума. Канарейка начинает мяукать, как котенок. Может быть, это кошачья птица? Теперь уже лучше. Это не птица. Они все надо мной издеваются. Тот котенок в этой клетке. Ладно, птаха, где котенок? Может, я сошел с ума? Я выгнал котенка, он не может быть здесь. Я все слышал. Котенок у вас. Мяукающий цветок. Этого еще только не хватало. Так, я тебя видел. Убирайся. Теперь он не войдет. А где эта парочка вредителей? Что происходит? Я не понимаю. Теперь у меня кошка-рыба. Я больше не могу.
Что это было? Не могу поверить. Моя кукушка мяукает. Снова этот котенок. Вернись! Так, значит, его прячут эти вредители. На этот раз вам придется ответить. Куда подевался котенок? Где он? Что? Шестеро котят? Нет, мои нервы не выдержат. Я ухожу, пока окончательно не свихнулся. Моя косточка, собачья еда, резиновый мяч. Что ж, я все забрал. Конуру я тоже забираю. Ты? И ты? Так, вот в чем дело. Шестеро котят. Я не сошел с ума. Хватит, перестань. Какие милые. Очень. Эй, ребята, у нас гости. Не стойте, как истуканы. За дело принесите дюжину порций молока. Правда, они милые. Пейте молочко для растущих котят. Это полезно. А вы можете идти играть. С этой минуты смотреть за котятами буду я. Кис-кис-кис, крошки-малышки. Пора спать. Добрый вечер. С вами профессор Фиксет. С передачей «Советы для дома». Сейчас сезон термитов, так что убедитесь, что ваш дом неприступен для них, пока они не нанесли ущерб. Один из первых признаков термитов — так называемые летучие муравьи. Этих насекомых легко уничтожить спреями. Не поддавайтесь ложному ощущению безопасности. Маленькие вредители наверняка уже трудятся в вашем доме, разрушая все, сделанное из дерева. Отряд! В этом доме много деревянных вещей! Мы должны быть там! Да, да, да! Вперед! За мной! Возможно, что они уже грызут тот самый стул, на котором вы сидите. Термитов можно увидеть поблизости с тем предметом, который они уничтожили. Ладно, ребята, держимся рядом. От тебя до тебя. Да. Ладно, ребята, ужин подан. Да. Вперед, за мной! К несчастью, если вы обнаружили их в своем доме, скорее всего, они уже уничтожили все, что сделано из дерева, или почти все. Поскольку они ненасытны, они все время едят, то есть не останавливаясь, едят. Вы меня слышите? Понимаете? Ребята, вижу еду. Мы соберемся в это полено и перекусим. Да! Вперед! За мной! Вперед! Thank you.
видите? Нас обманули! Мы должны отомстить! Да! Стойте! Что это? Отступаем! Ребята, отступаем! Так, слушайте меня внимательно! Тихонечко открываем это и уходим! Только тихо! Тихо! Деревянные чипсы. Так, отступаем, ребята, отступаем, отступаем. Помогите! Добро пожаловать.
Не может быть! Он съел мою кость! Эй, котяра! Докажи, что я вижу сон! Ущипни меня! Как больно! Я, наверное, сплю, раз так больно! Ладно, буду спать дальше. И все. Снова ты? Ну, хватит. Этот сон превращается в кошмар. А ты не ломают собачьи будки даже во снах. Эй, мыши не ведут себя так с нами, с собаками. Видимо, я все еще сплю. Надо избавиться от этого сна. Ловкий парень. Хотел бы я очнуться от этого кошмара, но как? В глазах.
Я думаю, нужно сказать, что вы страдаете от острых или не очень острых, как вам больше нравится, галлюцинаций. Это значит, что вам все кажется. Я покажу, что это значит. Служба доставки. Боже, как я буду рад, когда мы доставим груз. Я тоже. Прошлый во время доставки вырвался на волю и сожрал грузовик. Она здесь, шериф, она здесь. Кто? Что? Что здесь? Наша гарантированная безотказная система безопасности. Ты готов, Мелвин? Готов, Марвин. Ключевое слово для активизации нашей ловушки для воров – газот. Смотрите, газот. Боже! Джарвис, что это? Что это? Это зубастый, прекрасно обученный, великолепный сторожевой пес. Охрана, 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 охрана. Он внимателен, бесстрашен и силен. Превосходный ночной сторож. Поздравляю, Джарвис. Думаю, на этот раз у тебя получилось. Я хорошо высплюсь, зная, что здесь зубастый. Я тоже. Ладно, зубастый, мы уходим. Если поймаешь кого-нибудь в магазине, работай. Охрана, охрана, охрана. Охрана, 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 охрана. Охрана. Охрана, 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 охрана. Водяные матрацы.
Охрана! Охрана. Мама. Папа. Папа. Охрана. Неужели парад? Обожаю парады. Охрана. 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 Привет, зубастый. Как ты провел прошлую ночь? Охрана. Ну что я говорил, шериф? Сверхнадежный сторожевой пес. Прекрасная работа, Джарвис, прекрасно! Спасибо, шериф. Спасибо, ребята. Вы спасли мою работу. А теперь вернемся к делу. Охрана. Спортивные фанаты, мы уже почти готовы начать суровые, опасные, ужасающие соревнования по гонкам на мотоциклах между бродягой Томом на улучшенном разрушителе дорог с объемом двигателя 1200 кубических сантиметров и попрыгунчиком Джерри на сверхскоростном мини-монстре с объемом двигателя 25 кубических сантиметров. Сейчас стартер уже на линии. Он машет зеленым флагом. И они стартуют. Обладающий ужасной мощностью разрушитель дорог Тома действительно взрывает землю. А Джерри увяз. Переход для черепах. У нас есть последние поразительные новости о мотогонках. Сверхскоростной мини-монстр Джерри преодолевает милю за милей и к настоящему моменту сильно оторвался от Тома. Осторожно, лужа. Thank you.
Безумствует, поскольку гонщики преодолевают последние мили перед финишной чертой. Джерри идет впереди, но под колесами разрушителя дорог Тома просто горит земля. Первый гонщик уже виден. Это Джерри. Джерри вырвался вперед. Том не сильно отстал, но что-то мешает его разрушителю дорог. Теперь Том догоняет Джерри. Они приближаются. Какой финиш? Они шли очень близко друг к другу. Нам придется просмотреть замедленную запись, чтобы назвать победителя. А вот едет Джерри. А рядом идет Том. Это ничья, ребята. А вот они выезжают на круг победителей. Приветствуйте их. Они оба получают чемпионский титул. Вызываю машину 6 и 7 восьмых. Патрульные Том и Джерри, свяжитесь с полицейским участком. Немедленно. Патрульные Том и Джерри, хочу познакомить вас с нашей новой сотрудницей Кэти. Кэти! Всем привет! Это Кэти. Кэти будет работать с вами. Ваше задание — ознакомить ее с работой. Думаю, я самая счастливая полицейская на свете, потому что буду работать с такими полицейскими, как вы. Я сяду в вашу машину и буду вести себя тихо, как мышка. Боже, я не хотела вас обидеть, патрульный Джерри. Думаю, вы самый милый на свете маленький полицейский. Эта полицейская машина будет еще лучше, если в ней повесить ситцевые занавески. Вызываю машину 6 и 7 восьмых. Следуйте на аллею участка 1111. Малыш залез на дерево. Спасая ребенка, вы будете выглядеть героями. Так куда нам сказали ехать? Участок 604, 309, 82 или 707? Осторожно, малыш. Помощь уже едет.
Быстрее, пожалуйста, спасите моего малыша. Ой, он такой храбрый. Сюда. Кис-кис-кис, милая киса. Слушай, котеночек, сейчас же слезай с дерева. Я приказываю. Возьмите его, мэм. Спасибо вам большое, спасибо. Вызываю машину 6 и 7 восьмых. На бульваре Беверли прорвало трубу с водой. Езжайте туда и сделайте что-нибудь, пока водопроводчики не перекроют воду. Да не стойте вы на месте! Сделайте что-нибудь! Действуйте! О, боже! Эти ребята в опасности! Слава богу, вы в порядке. Ребята патрульные. Как замечательно ездить с такими храбрыми полицейскими, которые могут так быстро решить любую проблему. Вызываю машину 6 и 7 восьмых. На Хилл-роуд потерялся маленький мальчик. Отведите его домой. Ты потерялся, малыш? Да, мэм. Хочешь, мы отвезем тебя домой? Я поеду на полицейской машине. Ура, ура, ура! Но давайте меняться. Честно, я разрешу вам покататься на моем скейтборде. Смотрите, как он едет! Вы в порядке, патрульный Том? Боже, из-за меня произошла небольшая поломка. Придется починить твою игрушку, малыш. Но сначала мы отвезем тебя домой. Вызываю машину 6 и 7 восьмых. Вызываю машину 6 и 7 восьмых. Срочно! Боже мой! Банда бродячих котов устроила беспорядки на аллее Аллен. Арестуйте их! Арестуйте! Это патрульный Том и Джерри. Прячемся! Откройте, мы хотим с вами поговорить. Откройте, мы хотим с вами поговорить. Ребята, смотрите, женщина-полицейская. Не надо, хватит, мы сдаемся. Сдаемся. Итак, патрульный Том и Джерри, из этого отчета видно, что у вас был тяжелый день. Вы сняли малыша с дерева целым и невредимым. Вы придумали оригинальный способ перекрыть воду, пока не будет восстановлена труба. Вы даже задержали банду бродячих котов, не вызывая подкрепления. Поздравляю! Полиция гордится вами! А теперь, что скажете вы, патрульная Кэти? Вы сегодня чего-нибудь научились у этих прекрасных полицейских? Конечно, шериф. Я поняла, что они самые лучшие во всей полиции. Не считая вас, конечно. Это нужно отметить. Я плачу за напитки.
Дайте мне попробовать риф. Со шпилькой всегда получается. За патрульных Тома, Джерри и Кэти. Большое спасибо, шериф. Попался. Теперь попался, хитрый лис. Перестань. Пожалуйста, спасите меня. За мной гонится жуткий пес. Он не остановится, пока не поймает меня. Это он. Я узнаю его стук где угодно. Пожалуйста, спрячьте меня. Я знаю, что он в доме. Откройте! Подождите. Мне нужно подкрепиться. Я так измотан. Вкусно? Очень вкусно. Спасибо. Ну ладно. Где он? А теперь мы снимем эту тряпку и найдем лиса. Раз, два, три! Так я и думал. Печенье. Верный признак присутствия хитрого лиса. Он должен быть где-то здесь. Как хороший охотничий пес, я просто обязан его поймать. Этого чокнутого лиса. Извини, мне очень жаль. Пока. Проклятие. Да, вы правы. Теплая ванна поможет мне расслабиться. Проверка водопровода. Сначала я проверю ванную. Так, что у вас здесь? Нужно спустить воду. Ну, что я говорил? Здесь полно всякого мусора. Я его уберу. Мои бедные нервы. Могу я попросить у вас горячего шоколада для восстановления сил? Вы так добры. Это ты называешь горячим? Принеси горячий, слышишь? Горячий шоколад, живо! Спасибо. Мне это было необходимо. Бесплатная демонстрация вакуумного пылесоса! Это он! Спрячьте меня, спасите! Защитите! Пожалуйста! Спасибо, что согласились меня принять. Попробуем здесь. Ну-ка посмотрим. Вы считаете, что эта старая лисья шкура прекрасно сохранилась? Так и есть. Боже мой, я забыл самое главное. Как можно показать пылесос, не высыпав сюда мусора? Вот. Смотрите. Как исчезает мусор. Все, мне пора. Вы видели? Эта жуткая лохматая гончая преследует меня. Это конец. Конец моему здоровью и счастью.
Мне так плохо. Извините, мне кажется, я создаю вам столько проблем. Вы можете включить телевизор, когда будете уходить? Я так люблю смотреть Суперлиса. Спасибо. И не забудьте про десерт. Я не собираюсь ждать весь день. Больной не может столько ждать. Эй, подожди, ты это называешь пломбиром? А где же взбитые сливки? Что за гадость вы мне подсунули? Это обман. Я не буду это есть. Не буду. Не буду. Вы на меня злитесь? Злитесь, что я все перепачкал? Это все из-за нервов, простите, я срываюсь по пустякам. Я требую, чтобы вы позволили мне помочь вам. Нет, не говорите ни слова. Ничего не говорите, я настаиваю, несмотря на свое состояние. Вот. Это было так утомительно. А теперь извините, я полежу на диване, пока вы не закончите уборку. Мне так плохо. К тому же вы должны знать, что у меня кончились конфеты. Это не конфеты. Значит, вы хотите, чтобы я работал? Я знал, что я вам не нужен. Я уйду. Уйду в холодный, жестокий мир, где меня ничего не спасет от голода. Кроме маленького походного ужина, который я, конечно, возьму с собой, чтобы больше не тревожить вас. Не потревожу вас никогда. Ни одного раза. До свидания. Я последний раз еще взгляну на вас, чтобы запомнить такими, какие вы есть. Парочка идиотов. Ты взял то, что нужно? Взял ли я то, что нужно? Все шло по плану. Они заглотили наживку и попались. Завтра мы займемся следующим домом квартала. Что у нас? Индейка, ветчина, сыр, настоящий пир. Стой. Отдай немедленно. Ты это видел? Эти проходимцы едят наш ужин. Вот, полюбуйся, в какие неприятности ты нас втянул. А я был к ним так добр. Нет, никому нельзя доверять. Да. Вы выгуливаете собак. И вы пришли вывести моего маленького Бубу на обеденную прогулку. Бубу, иди сюда, крошка. Бубу, это Том. А маленький — это Джерри. Вот поводок Бубу, Том. Хорошенько следи за ним. И помни, он еще совсем маленький. Thank you.
С тобой ничего не случилось. Ты хорошо провел время с Томом и Джерри? Я так рада. Бубу вернулся счастливым. Почему бы вам еще раз не погулять с ним? Подождите! Я хочу лететь с вами на юг, но я очень устал. Может, передохнем минут 10? Боже, я сейчас разобьюсь! Осторожно! Ай!
Я хочу провести зиму на юге, но я слишком слаб, чтобы лететь с остальными. Мои крылышки слишком малы для перелета, понимаете? Посмотрите на них. Вы мне поможете? Здорово, здорово! Готов к взлету! Эй, мистер! Мистер! Самолет улетел без меня! На этот раз я держусь крепко! Эй, ты летишь со мной на юг? Класс! Как здорово лететь на самолетике! Мне даже не нужно махать крыльями! Прекрасная посадка! Но почему мы до сих пор не на юге? Ну, сколько мы еще будем идти пешком? Эй, мистер Пеликан, мы тоже хотим на юг. Может, подвезете? Почему бы и нет? Здорово! Это не хуже, чем лететь первым классом. Чем ты там занимаешься? Помоги мне нести детей! Извините, ребята, но у меня хватает своих проблем. Авиапочта в солнечную Флориду. Здорово! Прощайте, ребята! Увидимся в Форт Уотердейле! Эй, ребята, стойте! Подождите меня! Подождите! Одному мне будет там так одиноко. Давайте полетим на юг вместе. Хорошо, ребята? Мы ждем взлета? Здорово! Кажется, мы пролетели пару миль. Осталось всего около 2000. Здорово! Мы летим на юг! Слезай, лентяйка! Мы теряем высоту! Эй, перестань толкаться! Боже, кажется, мы снова падаем! Посылка во Флориду. Здорово! Здорово! Мусор. Неужели мы уже летим? Свалка. Кажется, мы уже приземлились. Как быстро мы летели? Боже, если это юг, то я хочу вернуться на север, к свежему воздуху. Юг. Спасибо, что согласились подвезти, мистер. Пустяки, ребята. Я еду в Майами. Меня там ждет прекрасная жизнь, если, конечно, мне удастся до Майами доехать. Вот это да, я слышу полицию. Здорово, теперь мы едем на юг еще быстрее. Я тебя поймал, мерзавец, тормози.
Мы просто ехали на юг, сэр. Попутчики, разве вы не знаете, что нельзя ездить с незнакомыми людьми? Здорово. Думаю, теперь у нас точно получится. Смотрите! Это летит моя стая. Мы будем на юге раньше, чем они. Майами. Здорово. У нас получилось. Мы добрались. Надо помассировать ему лапы. Здорово, здорово, здорово. Вот это жизнь, ребята. Смотрите, это мои друзья. Спускайтесь, спускайтесь ко мне. Вам нравятся мои друзья? Наконец-то съезд магов, проходящий раз в 100 лет. Теперь я, волшебник Сапстоун, докажу, кто из нас самый лучший. Манфред, в комнате для опытов беспорядок. Где этот бестолковый помощник? Манфред, ты снова спишь на работе? Извините, мастер, слегка задремал. Извините, пожалуйста. Это последний раз, лентяй. Я найду нового помощника вместо тебя. Даже лучше. 2 вместо 1. Я рад, что вы согласились стать моими новыми помощниками. Что? Взять вместо меня кота и мышь? Вы не можете, мастер. Я все могу, все что угодно. А ты отправляйся ловить свой хвост. Хорошо, мастер, если вы этого хотите. А теперь, мои новые помощники, приберитесь в этой волшебной комнате. Увидите, что я покажу на сегодняшнем празднике, а я вздремну. Ребята, вы пожалеете, что отняли у меня работу. Как только я поймаю хвост... Эй, никто не имеет права пользоваться волшебной палочкой, кроме Сапстоуна. Так что и не думайте. Эй, я все время ловил хвост неправильно. Поймал, поймал. Ну все, воры чужих работ, я вернулся, так что вы уходите. Отдай мне ее, маленький нахал. Я хотел сказать вам большой нахал. Кусочек волшебной палочки. Все, что нужно, чтобы убрать вас с моей дороги. Надеюсь, вам понравится на Северном полюсе. Что скажете, если мы решим это по-джентльменски? На волшебной дуэли, ладно? Договорились? Запоминайте правила. 10 шагов вперед, кто свернет, тот проиграл. 1, 2, 3, 4, 5. И ваши шаги закончились. А теперь вы взлетите. Возвращайтесь и деритесь как люди. Я не имел в виду людей, ребята. Я совсем не это имел в виду. Я хотел сказать, как мыши. Ну все, маленькие неудачники, теперь я от вас избавлюсь. Вы хотите удрать, ребята? Не сможете. Yeah.
ребята, давайте договоримся честно. Поскольку у каждого есть по волшебной палочке, давайте найдем другой способ решить, кто останется. Согласны? Хорошо. Так что я соединю все куски вместе и положу палочку в этот волшебный ящик. Согласны? Хорошо. Теперь ни у кого нет волшебной палочки, верно? Нет. Благодаря моему старому фокусу с рукавом. У вас ничего не получится! Это вам не сойдет с рук! Я сотру вас в порошок! Я их не вижу. Неудивительно. Жидкость для невидимок. Но это им не поможет. Потому что мне достаточно сказать «Появитесь!» Видите? Я рад вас видеть, ребята. Потому что я сейчас заставлю вас исчезнуть навсегда. Эй, зачем вы взяли карты? Я задаю себе глупые вопросы. На этот раз я вас поймаю. И ничто меня не остановит. Что-то меня все-таки останавливает. Нет, шкаф с волшебными жидкостями. Мастер убьет меня, если он разобьется. Черт возьми, что здесь происходит? О, нет, только не это. Разве пока я спал, здесь прошел ураган? Сейчас я узнаю. О, всевидящий глаз, покажи, кто устроил этот хаос. Да, мастер. Значит, причины этого мои помощники и бывший помощник. Мне жаль, мастер. Ты действительно пожалеешь, когда я подвергну тебя самому страшному наказанию. Знаете, ребята, я бы хотел, чтобы этот день начался сначала. Я рад, что вы согласились стать моими новыми помощниками. О, нет! Неужели мне придется пережить это снова? Знаешь, Манфред, кажется, в наши дни кто угодно может стать волшебником. Вы правы, мастер. Этим пора заняться и собакам. По течению загадочной реки Амазонки плывут Том и Джерри, вооруженные только фотоаппаратами, чтобы найти редчайшую, никем еще не сфотографированную, прекрасную птицу Пипсквак. Эти бесстрашные герои могут пойти на любой риск, чтобы сделать этот снимок. Как близка была опасность. Но теперь вы спасены, ребята. Осторожно! О, нет. Они прыгают по спинам аллигаторов, которые, наверное, очень голодны. За исключением этого. Похоже, он хочет сфотографироваться. Наконец-то они на берегу. И теперь могут передохнуть. Дикий кабан! Осторожно, ребята! В джунглях нет никого опасней кабанов. Джерри, не сейчас. Для дикой свиньи он слишком нахален. Ему не понравился либо снимок, либо моя шутка. Кажется, последняя. Бегите, ребята! Похоже, он хочет срубить дерево, чтобы вы оказались внизу. Это доказывает, что кто выше поднимется, тому дальше падать. За исключением наших героев, потому что им удается спастись. Держитесь, ребята, иначе вам влетит еще целую милю. Какое везение! Они падают прямо в гнездо с милым маленьким птенцом.
Ребята, не нужно беспокоить такого милого маленького птенчика. Какой можно сделать снимок? Эй, убирайтесь отсюда, я хочу спать. Вы слышали, что сказал мой малыш? Теперь вы поймете, что нельзя входить в дом без стука. Какая удача! Мягкий цветок смягчит их падение. Может быть, снимать цветы не так опасно. Похоже, это еще опаснее. Особенно цветы-людоеды. И теперь они продолжают искать скромную, незаметную птицу. Тихо, ребята. Она прячется где-то в пшенице. У вас есть шанс. Идите тихо и бесшумно. Похоже, вы ее спугнули. Джерри, быстрее снимай! Прекрасная фотография, Джерри. Фотография Тома. Любой фотограф-натуралист должен не только различать следы, но и уметь находить их где угодно. И всегда смотреть туда, куда идет, особенно выслеживая такую хитрую птичку. Ребята, посмотрите наверх. У вас есть шанс снять еще никем не сфотографированную птичку, которая так и осталась не сфотографированной. Наши отважные фотографы идут в дикие джунгли, чтобы найти хитрую птичку. Вот она. За тем деревом, что за вами. Да, за деревом. Видишь, как она машет хвостом? Молодец, Том. Подкрадись незаметно. Ты ее поймал, скромная птичка с ярким опереньем. Это лев. Нет, Джерри, не льва фотографируй. Птичку. Похоже, вам придется подумать вместе, если вы все-таки хотите сфотографировать птичку. Эй, стойте! Если вы гонитесь за птицей, то вам в другую сторону. Похоже, я ошибся. Так, что они выберут? Захотят ли наши герои встретиться с клыками и когтями льва? Или пойдут к скромной тихой птице? Я начинаю понимать, почему никто не сфотографировал прекрасную птицу Пип-Сквак. И мне кажется, что ее и не сфотографируют. Птицы. Вы еще не передумали? Что ж, на этот раз вы поступаете разумно, изучая привычки птицы Пип-Сквак. Любимая еда Пип-Сквака — морковь. Мне кажется, они придумали план. И Пип-Сквак это понял. Вы хотите подманить его этой морковкой? Но умная птица Пип-Сквак к ней не притронется. Что ж, я и раньше ошибался. А теперь ловушка сработала. У вас получилось! Прекрасную птицу Пип-Сквак только что сфотографировали. И, похоже, ей это понравилось. Ей понравился снимок, он ей так понравился, что она хочет сфотографироваться еще раз. Но нашим отважным фотографам достаточно одного. Извини, птаха, но ты их больше не интересуешь. После долгих месяцев ожиданий, наконец-то весь мир сможет увидеть первый и единственный снимок, никогда раньше не фотографировавшийся прекрасной птицы Пип-Сквак. Все фотографы встречают и поздравляют героев. Вы уже знаете, что это награда тем, кто смог увидеть одну единственную на свете птицу Пип-Сквак. Одну единственную? Боже, да их здесь тысячи, они всюду. Кажется, что мир перевернулся. Все птицы Пип-Сквак прилетели сюда и все позируют фотографам. Ваша награда отменяется, ребята. Принести одну единственную фотографию Пип-Сквака было героизмом, но привести сюда фотографироваться тысячи птиц — это уж слишком. Их слишком много для одной фотографии. Так, ну и что вы скажете об этом неожиданном достижении? Том и Джерри. Пип-Сквак! Пип-Сквак!
Это наш темный город. Когда-то он был тихим и спокойным, а теперь оказался во власти преступников. Люди боятся выходить на улицу. Помогите! Теперь здесь правят люди вроде метателя меча. Думаю, на сегодня хватит. Хайси, вор, баритон. Еще одна печальная нота. Этот малыш стоит кучу денег. И ни одна афиша не спасется от усача. Если это еще недостаточно плохо, то приводящая в ужас всех продавцов продуктов, весящая 300 фунтов толстуха, не оставит вас безучастными. А если вы спросите у шерифа Джо, будь ты проклят, почему он не остановит преступников, он скажет: к несчастью, у меня связаны руки! Как бы я хотел, чтобы пришел супергерой и спас меня! Алло, магазин Пита Тейлора? Это Стэнли Герой. Я хотел сказать, Картер, вы можете прислать костюм и шляпу ко мне на дом? Да, мистер Картер, мы везем. Том, Джерри, доставьте это мистеру Картеру, квартира 10C. А это вы, быстрее, заходите. Слава богу, это вы. В наши дни не знаешь, кто может быть за дверью. Да, я супергерой, борец за справедливость. Но теперь от меня осталась только тень. Наверное, вы думаете, почему я позволяю преступникам разгуливать по улицам? Грустная правда в том, что я потерял храбрость. И если это станет известно, мои давние враги нагрянут сюда в любой момент. Вот почему я попросил принести мне обычную одежду. Я все бросаю. Тем более, что эта одежда мне не шла. Как я устал бороться с преступниками. Черт, это мой давний враг, метатель меча. Ты прав, цыпленок супергерой. Я пришел намылить тебе шею. Боже, ты разбил мою стену. Ты победил, супергерой. Ты выбил пол у меня из-под ног. Я буду вести себя хорошо. Я сдаюсь. Тот слух о тебе был коварной ложью. Пока, трус. Я пошутил, супергерой. Пожалуйста, отпусти меня. Пожалуйста. Можешь проваливать, но лишь в том случае, если пообещаешь пойти прямо в тюрьму. Спасибо, супергерой. Том и Джерри, как замечательно, что вы зажали его мяч дверью. Вы вернули мне отвагу, и в качестве награды я принимаю вас в помощники супергероя. Вместе мы сразимся с бандитами. Супергерой, ты говоришь, ты вернулся? Конечно, я знаю, с кем ты должен сразиться. В данный момент твой давний враг Хайси отправляется в магазин фортепиано. Это задание для супергероя. Да и для Тома и Джерри тоже. Боже, чувство страха возвращается. У меня холодеют ноги. Том и Джерри, вам придется полететь вперед. А я, что же мне делать? Я пока успокою свои нервы. Вон там. Дальше будет магазин фортепиано. Вы должны остановить Хайси. Боже, я забыл научить их сбрасывать скорость. Хайси, вор Баритон, снова вернулся. Теперь я возьму самую высокую ноту, от которой бьются стекла, и пенни на мое. Я хрип. Супергерой. Окно было разбито до твоего прихода, так что ты провалился еще в самом начале. Меня поймал супергерой. Разбить стекло было умной идеей, Том и Джерри, помощники супергероя.
Подождите, меня вызывает шериф по двустороннему радиобраслету. Да, шериф? Усач портит афиши на Билборд Роуд. Остановите его! А теперь слушайте план. Вы наклеите эти афиши, чтобы задержать его, а я подкрадусь сзади и поймаю его. Понятно? О, боже, он здесь. У меня снова похолодели ноги. Эй, вы двое, что здесь происходит? Что-то за углом? Еще один. Что? Настоящий коп? А ты отправишься в настоящую тюрьму. Супергерой, мой давний враг. Это ты все устроил? Хорошая работа, супергерой. Твои помощники заманили его в ловушку. Молодцы, ребята. Ваши поступки вернули мне смелость действовать в одиночку. Больше никто на свете не сможет меня напугать. Никто! Вы слышите? Нет, нет, помогите. Только не ты. Я забыла толстухи, я ухожу. Можете делать, что хотите. Пока. В нашем городе снова воцарился мир, и курьер из маленького магазина Тейлора каждый день без страха доставляет заказы на дом, потому что супергерои Том и Джерри охраняют город. Ваш заказ. Боже, здесь действительно два настоящих супергероя. Однажды в маленькой деревне возле большого замка жила маленькая бедная сирота по имени Золушка. Золушка жила с мачехой и двумя ее дочерьми. Ладно, крошки, в этой сказке я ваша злая мачеха. И вам лучше в это поверить. Кажется, вы не поняли. Стоять, когда я с вами разговариваю. Все, хватит бездельничать. Я хочу, чтобы вы вымыли окно, вымыли тарелки и натерли полы. Но больше всего я хочу, чтобы вы нарядили моих прекрасных дочерей для бала. Есть. Мои миленькие доченьки. Разве кто-нибудь может быть страшнее нее? Что скажете? Ну, чего вы ждете? Вы что, не поняли? За работу! А теперь, мои пышечки, пора собираться на бал. Эй, ты, приблудный кот! Из-за тебя здесь стало еще грязнее, чем раньше. Отправляйся мыть окна. Не помню, чтобы в этой сказке были коты. Ну, мои милые доченьки, вы уже готовы? Готовы? Нет, потому что Золушка плохо нам помогает. Что ж, если кто-то не справляется с делами, то он не пойдет на бал. Да? Верно, девочки? Да, мама. Золушка, Золушка, помоги мне надеть парик. Золушка, мне нужно накрасить губы быстрее. Золушка. Золушка, я не могу надеть туфли. Золушка, затяни мой корсет. Золушка! Ну все, это уже слишком. Мы пойдем на бал без вас. Пойдемте, мои красавицы. Вы можете себе такое представить? Это был настоящий приказ злой мачехи, самый настоящий, и двух злых сестер. Надеюсь, вы понимаете, теперь в нашей сказке не хватает волшебницы крестной, чтобы все уладить. Вы уже поняли?
А вот и я, ваша добрая фея. Вы уверены, что я ваша крестная? Да, конечно. Я, ведь больше здесь никто не похож на фею. Значит, это я. Видите, у меня есть волшебная палочка, которая вся светится. Да, я точно ваша крестная. Смотрите, у меня даже есть крылья. Конечно, я должна быть волшебницей. Разве нет? Я вам это докажу. Я превращу это зеркало на стене в прекрасное голубое озеро. Это я, ваш волшебный цыпленок. Нет, это неправильно. Скажите, кто я? Ты фея, наша крестная. Конечно. Как я могла забыть? Я фея, ваша крестная. А ты должна собираться на бал. Во-первых, тебе нужна упряжка белых лошадей для кареты. Кажется, я сделала что-то не то. Я помню, что в сказке была тыква. Но все равно тебе нужна карета. Дайте подумать. Может быть, платье нужно надеть на тыкву? Верно, платье нужно надеть на тыкву. Здорово! Привет, дорогой. Теперь нам нужны хрустальные башмачки. О, боже! Это цыпленок. Нет, сказка явно называлась не так. Так я никогда не закончу. Почему бы вам не пойти такими, какие вы есть? А я превращусь в карету с лошадью. На бал! Послушайте, принц, скоро вам придется жениться. Вы знаете, как относятся к неженатым принцам? Вы разорите королевство. Я знаю, знаю. Ваше высочество, позвольте представить вам моих прекрасных дочерей. Во всем королевстве не найти таких красивых девушек. Верно, девочки? Да. Фу. Покажите милому принцу, как вы умеете танцевать. Не обращайте внимания на это жалкое создание, принц. Вот эта девушка может просто свести с ума. Скажите, кто вы? Я цыпленок. То есть, Золушка. Извините, мне нужно спешить. Золушка, подождите. Мы оба знаем, как закончится эта сказка. Так почему бы вам сразу не примерить туфельку, чтобы все закончилось? Нет, это нечестно. Эта сказка всегда заканчивается одинаково, и нам это не нравится. Мы все время готовимся ехать на бал. И ради чего? Ради чего? Мы никогда не выйдем замуж за принца. Где? Фермеры Том и Джерри, выращивающие кукурузу. Что может быть вкуснее свежей сладкой кукурузы? И вы оба тоже ее любите, но на всех ее не хватит, верно? Ладно, тогда я заключу с вами сделку. Пшеница уже созрела для сбора урожая. Тот, кто любит ее больше, сегодня вечером получит ее всю. Не нарушать границы, никто не должен заходить, особенно вороны. Что ж, может быть, один единственный початок в знак нашей дружбы. Наручник? Я начинаю думать, что мы не друзья. Что тогда, ребята, аривидерчи, прощайте, до встречи!
Желаю удачи. Пока. Кукуруза, прекрасная кукуруза. Вы забыли початочек? Эй, не запирайте меня здесь, здесь темно, я не могу выйти. Как вкусно. Меня заперли со всей этой кукурузой. Что это? Жареная в масле кукуруза для меня? Конечно. Когда капкан захлопнется, бомба взорвется. Но здесь я буду в безопасности. А на початок накину ласса. Я знаю, что нельзя говорить со ртом, набитым кукурузой, но вы ее так вкусно приготовили. Не могу поверить. Они прячут кукурузу в игрушках. Эй, я прилип. Но это нечестно, вы налили сюда клей. Меня похитили. Что ж, поскольку здесь нет стюардесс, придется обслуживать себя самому. Это вам за вора Илбура Орвела, лучшего кукурузного вора. Смотри, куда бросаешь вещи, когда я ем. Как вкусно. Здорово, значит, они придумали ловушку. Кукуруза все равно будет моей. Что вы сделаете на этот раз? Жду ваших предложений. Пора возвращаться на кукурузное поле. Значит, вы поймали меня. Какая разница, вам еще не надоело? Я понял, ребята. Вы хотите посмотреть на поезд, верно? Мне понравилось, но один поезд мы уже видели, они все одинаковые. Мое любимое блюдо и даже тарелочки. Соскучились, пушистики? Пугало! Хорошее место, чтобы покушать подальше от этих фермеров. Ясно. Вы заперли меня в машине с решетками. Думаете, так можно от меня избавиться? Снова неверно. Вы, ребята, не знаете своего ворона. Thank you.
Хороший выстрел! Вы сдаетесь? Что ж, вы все равно не могли победить. Вас слишком мало. Позвольте представить вам брата Фада, брата Эда, брата Теда, брата Неда, брата Бена, брата Лена, брата Кена, моих очень похожих братьев. Куда мы полетим, брат Дат? Во Флориду, в Майами. По южному маршруту? Нет, напрямую, как летают вороны. Возьмите лосьон для загара, не забудьте пляжные зонтики и темные очки. И напомните мне взять купальник. Попрощайтесь с фермой. Привет, дядя Том, привет, дядя Джерри. Это я, ваш любимый племянник Динки. Как хорошо, что вы согласились посидеть со мной, пока мама ходит по магазинам. Я голоден, боже, боже, как хочется пить. Какая тяжелая. Это было здорово, дядя Джерри. Это все мне? Спасибо, дядя Том. Эй, пойдемте играть на улицу. Быстрее, на улице можно так поиграть. Свежий воздух очень полезен для малышей. Класс! Я люблю играть в больших дворах. Поднимусь повыше и остановлюсь вон там. Здорово, качели! Раскачай меня, дядя Том! Сильнее! Сильнее! Дядя Том! Дядя Джерри, давайте играть в догонялки! Убегать буду я! Ловите меня! Давай достанем дядю Тома, дядя Джерри. Ой, дядя Том, какой ты смешной. Идем, дядя Джерри, придумаем что-то новенькое. Здорово, курятник. Здорово, здорово, здорово. Приятное место, чтобы вздремнуть. Почему ты так нарядился? Разве сегодня день ряженых? Куда мы идем, дядя Джерри? Можно мои друзья пойдут с нами? Чип-чип. Чип.
ребята, куда мы идем? Куда мы идем? Как здорово! Что мы делаем? Как называется эта игра? Интересно, дядя Том, что ты делаешь? Что ты Джерри. А что мы будем делать сейчас? Черт! Я слышу, приехала моя мама. Мне пора идти. Пока, дядя Том. Пока, дядя Джерри. Я расскажу маме, как мне у вас понравилось. Класс! Мама разрешила мне прийти к вам завтра. Мы опять поиграем. Пока! Пока!